К сожалению, новогодняя ночь не для всех похожа на тот самый светлый праздник из детства. Так, в 4 утра вооруженные люди ворвались на той в одном из ресторанов села Урджар. Момент стрельбы был запечатлен на камеру очевидца. В новогоднюю ночь в Восточно-Казахстанской области устроили перестрелку. В полиции отметили, что вторжение на празднование было совершено на почве неприязненных отношений. Двое мужчин после ссоры начали стрельбу в ресторане. Как сообщает полицейский, в результате произведенных выстрелов никто из гостей торжества не пострадал. По данному факту отделением полиции Уржарского района начато досудебное расследование по статье «Хулиганство», санкция которой предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Подозреваемые установлены. Один из них задержан и водворен в изолятор временного содержания. Карина Мурадова, Алтай Акпарат.